По итогам объезда Михаил Шаров отметил, дворовые территории стали убирать лучше. Это произошло благодаря заключению соглашений между муниципальной дорожной службой и управляющими компаниями и товариществами собственников жилья. Соглашение вступило в силу с 1 января. Раньше система межевания была такова, что часть закрепленной территории убирали ДУКи и ТСЖ, остальное – дорожные службы. Теперь по новому соглашению межквартальные и придворовые дороги обслуживают только ДУКи и ТСЖ. Жителям это, безусловно, удобно. Однако я очень прошу все же жителей, в первую очередь, чтобы они очень внимательно относились к нашей проводимой работе, потому что вот достаточное количество автомобилей мы даже здесь видим, которые так называемые подснежники. Жители оставляют их, и на всю зиму они здесь припаркованы. В этом плане нам помогает активно работа эвакуаторов. Автомобили перемещаются с таких вот площадей на уже очищенные территории. Работу будем продолжать.